Пока в Ломоносовском районе школьники проводят свободное время в лесу. На днях ученики 9 класса сажали лес там, где взрослые его раньше уничтожали. Ребята восстанавливали котлован, где нелегально добывали песок. Песок вывозился полностью нелегально, без соблюдения каких-либо технических регламентов и норм. Соответственно, это не только по экономике, но и по экологии удар огромный был нанесен. Песок вывозился длительное время. Ну вот результаты мы можем наблюдать здесь. Когда карьер бросили, котлован превратился в мусорный полигон. Экологи рассказывают, в лес незаконно свозили асфальт, гудроны и бетонные плиты. Сейчас удалось восстановить 2 гектара зеленых насаждений. Высажено 8 тысяч молодых елей. Но о том, как шла работа и почему в карьер надо ходить с мечом, расскажем в дневных выпусках «Петербургских вестей».